Приветики, дорогие зрители! Сегодня с вами Бухгалтер, и сегодня мы поговорим о таком интересном канале на Ютубе, как «Городские колхозники». Мы узнаем, сколько данный сайт зарабатывает за месяц на своем Ютуб-канале, а также узнаем, сколько данный сайт данный канал заработал на Ютубе за все время существования своего. Итак, значит, смотрите, на данном канале получает 102 тысячи подписчиков. Последний ролик был загружен на канал 4 часа назад, ролик набрал 6200 просмотров. Вот ролик называется 24 февраля 2020 года. Вот, также вот потом 23 февраля 2020 года ролик называется 13 тысяч просмотров, ролик набрал один день назад, был загружен на канал. Хорошо. Также вот еще кнопка от Ютуба, 100 тысяч подписчиков, 14 тысяч просмотров ролик набрал, 2 дня назад был загружен на канал. Также вот 2 дня назад ролик загрузили еще на канал, 11 тысяч просмотров ролик набрал, опять переделка, нужна помощь. Переделывают. Вот, напугала гаишника своим криком. 15 тысяч просмотров ролик набрал, 2 дня назад был загружен на канал. Хорошо. То есть, городские колхозники выкладывают на свой YouTube канал ежедневно ролики. Каждый день загружают. Вот. Давайте посмотрим самые популярные ролики данного канала. Какие они стали, узнаем, и сколько они набрали просмотров вообще на данном канале. А вот. Эликсир долголетия от 90-летней соседки. 2 миллиона 500 тысяч просмотров ролик набрал, год назад был загружен на канал. Также вот еще, год назад ролик был загружен на канал, набрал он 335 тысяч просмотров. Что дочка натворила, пока мы были в отпуске? 9 сентября 2018 года. Свиньи растут. Нам 5 месяц. 332 тысячи просмотров ролик набрал. 2 года назад был загружен на канал. Также вот еще. Выгодно ли держать свиноматок? 305 тысяч просмотров ролик набрал. 2 года назад был загружен на канал. То есть популярных достаточно много роликов на данном канале. Вот, кому интересно, можете зайти посмотреть тут. Хорошо. Так. Давайте, значит, теперь перейдем и посмотрим теперь старые ролики. Узнаем, когда же вообще был загружен первый ролик на канал «Городские колхозники». А вот, 5 лет назад был первый ролик выложен на канал «Мы с папой на зимней рыбалке». 2600 просмотров ролик набрал. Потом начинающая блогерша Ева в детстве. 1800 просмотров ролик набрал. 5 лет назад был загружен на канал ролик. То есть, 5 лет данному каналу. Вот 5 лет назад загрузили первый ролик. Автор канала «Городские колхозники». Хорошо, давайте, значит, перейдем о канале к статистике и посмотрим. Дата регистрации 9 июня 2014 года был создан канал. На канале уже «Городские колхозники» 29 249 124 просмотра. Вот описание, кому интересно, можете зайти, почитать, посмотреть. Вот приветствую вас на моем канале. Меня зовут Елена Мороз. Ведем хозяйство с моим любимым Вячеславом Анатольевичем. Вместе 29 лет. Сын Денис, снова, Евгения и два внука, Глеб и Вячеслав. Дочка Александра и внучка Евангелина. Вот так. То есть, можете зайти, почитать сами, посмотреть видеоролики данного канала, очень достаточно интересные. Вот. Все о хозяйстве, грубо говоря, так. Давайте, ладно, перейдем на другой сайт и посмотрим вообще, сколько узнаем, заработал канал «Городские колхозники» на Ютубе. Так. Разберем статистику уже поподробнее. «Городские колхозники». Загрузок 1631 видео загружено на канал. Подписчиков 102 тысячи, как я вам и сказал. Просмотров 29 миллионов 235 тысяч 356. Данный канал зарегистрирован в России. Тип канала «Люди». Пользователь создан 10 июня 2014 года. Общая оценка «Б». Потом подписчиков за последние 30 дней на канал «Городские колхозники» подписалось 2000 человек. На 185% лучше, чем позапрошлый месяц. Даже на 186 можем округлить. По просмотрам. Видеопросмотры за последние 30 дней на канале «Городские колхозники» было 1 миллион 358 тысяч. 1 миллион 358 тысяч просмотров. На 100% лучше, чем позапрошлый месяц. Вот такие цифры. Так, и расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от $340 до $5400 в месяц. Но на самом деле, дорогие подписчики, дорогие зрители, YouTube $5400 не платит данному каналу. Начальный заработок данного канала составляет от $340.
Так, давайте посчитаем. Давайте 340 долларов умножим на 63, получим 21 420 рублей. Это начальный заработок данного канала в месяц. Но на самом деле, скажу вам сразу правду, как есть, что данный канал заработал намного больше, куда вот этой цифры. Эта цифра, она занижена. Мы к этой цифре позже вернемся и посчитаем приблизительно точную цифру заработка за последний месяц данного канала. А пока давайте посмотрим подробную статистику данного канала. То есть узнаем, сколько за сутки набирает данный канал просмотров на своем YouTube-канале, а также подписчиков. Итак, сейчас мы это все на английский язык переведем. Так, значит, ну здесь статистика, вот Social Blade почему-то не зафиксировала, получается, ежедневные подписки на данный канал. Но вот 2-13 подписалось 1000 человек. Вообще за сутки подписываются по 67 человек. По 67 подписчиков набирает данный канал за сутки. По просмотрам 27 тысяч просмотров за сутки, 22 тысячи просмотров за сутки, 24 тысячи просмотров за сутки, 55 тысяч просмотров за сутки, 41 тысяча просмотров за сутки, 137 тысяч просмотров за сутки, 132 тысячи просмотров за сутки, 61 тысяча просмотров за сутки, 26 тысяч просмотров за сутки и так далее. То есть данный канал от 45 тысяч просмотров за сутки набирает. Это просто вот где 24-22, эта статистика распределена по каждому дню здесь. А так за сутки данный канал набирает от 45 тысяч просмотров. Так, хорошо, давайте посмотрим теперь на будущее, прогноз на будущее данного канала. Что ожидает в будущем? Какие изменения будут на данном канале, узнаем через 1 год, а также через 5 лет. Так, сейчас мы это все на английском. Сейчас мы это все на английский язык переведем. Так, 24.02.2021 года, то есть через полноценных 12 месяцев, будет на данном канале 133 125 подписчиков. Сейчас на данном канале 102 тысячи. Вот, это через 1 год будет. И по просмотрам будет 44 миллиона 375 395 просмотров. 44 миллиона, а сейчас на данном канале 29 миллионов. Вот. Через 5 лет на данном канале будет 259 602 подписчика и 104 871 811 просмотров. Вот такие изменения ожидают в будущем данный канал. Вот. Если его не забросят, и будут заниматься. Ну, автор канала трудится, занимается каждый день, выкладывает ролики на свой YouTube канал. Так что у данного канала есть рост в будущем. Так, хорошо. Давайте, значит, перейдем теперь на другой сайт и посмотрим вообще, сколько за все время канал «Городские колхозники» заработал на YouTube. За все существование. Сколько зарабатывает «Городские колхозники» на Ютубе? На сегодня, 24 февраля 2020 года, канал «Городские колхозники» заработал 1 754 797 рублей. Ну, уже вот смотрите, сейчас будет 798. Видите, как копеечка бежит. Вот, 798 рублей. Вот видите, обсуждения пишут. Есть, да, вот воровка, негативные обсуждения всякие. Да, на мошенница. Вот, у них... внучок болеет, пусть хоть лям в месяц. Елена очень хорошая женщина. На самом деле, дорогие подписчики, дорогие зрители, вы можете сюда зайти также, оставить обсуждение свое, либо комментарий свой написать, да? Но, пожалуйста, прошу вас, не пишите гадости данному человеку. Данный человек старается, трудится. Зачем писать всякие гадости? Лучше напишите что-нибудь разумное, да умное. Напишите, поддержите данный канал, например. Напишите, чтобы автор канала старался и больше выкладывал ролики на свой YouTube канал. Вот, еще больше, да, выкладывает каждый день. Пусть по 3 ролика выкладывает в день, по 4. Просто суть в том, что придайте мотивации человеку. Вот. Человек трудится, человек зарабатывает. Как говорится, каждому не угодишь, а каждый труд должен оплачиваться. Вот. Так, давайте дальше. «Городские колхозники» зарабатывают на YouTube 842 рубля в день или 250, или 25 249 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 10.06.2014 года. То есть нам уже данный сайт говорит, что канал «Городские колхозники» на YouTube зарабатывает 25 249 рублей в месяц. А статистика Social Blade нам говорит, что начальный заработок данного канала «Городские колхозники» составляет от 340 долларов в месяц. Мы посчитали, 340 долларов. Сейчас, одну секунду, рекламу вот эти закрою. Так, 340 долларов. Мы посчитали 340 долларов и перевели в рубли. Это у нас 21 420 рублей. Вот. Давайте еще раз даже посчитаю. 340 умножим на 63, переведем в рубли. 21 420 рублей. Но на самом деле канал «Городские колхозники» заработал больше за последний месяц, чем вот эта цифра.
Видео просмотров за последние 30 дней на канале было, городские колхозники, 1 358 тысяч просмотров, дорогие подписчики, дорогие зрители. Нам вот эту цифру надо умножить $340 на 2, либо вот это число на 2. 42 840 рублей заработал канал «Городские колхозники» за последний месяц. Это приблизительно точная цифра заработка данного канала. Какой вывод можем сделать? Мы узнали, что за последний месяц канал «Городские колхозники» заработал 42 840 рублей. А также в долларах это будет $680. А также за все время мы узнали, что канал «Городские колхозники» на Ютубе заработал 1 754 798 рублей. Вот такие цифры, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Ну что я вам еще хочу сказать? Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, на какой канал провести обзор, разобрать какой канал. Всем спасибо еще раз. Всем пока.